Оплата только безналична. Уже почти год в Московской области действует порядок, при котором проезд в общественном транспорте разрешено оплачивать только безналичным способом. Соответствующие изменения в закон об организации транспортного обслуживания населения вступили в силу 18 июня 2022. Допускается оплата только транспортными или банковскими картами. Однако нарушения встречаются как со стороны пассажиров, так и водителей, которые все никак не отвыкнут от наличного расчета. Чтобы подобное пресечь, регулярные проверки проводят администрация городского округа Щелково совместно с административно-пассажирской инспекцией. В ходе проверок мы заходим в автобус, проверяем, чем пассажир оплачивал проезд, какой картой. Банковской стрелкой, тройкой, либо социальной картой. В ходе проверки нарушений не было обнаружено. В этот раз в ходе рейда на автостанцию платформы «Воронок» водители автобусов компании «Мострансавто» продемонстрировали инспекторам абсолютную дисциплину. Равно как и пассажиры, которые в доказательство оплаты проезда теперь предъявляют контролеру не бумажный билет, а пластиковую карту. Безбилетников не обнаружено, тайной кассы у водителей тоже. Валидаторы в салонах и мобильные терминалы для приема карт исправны. Значит, к нововведению за год все привыкли. Безналичная оплата проезда действительно удобна. Проезд можно оплатить в одно касание, сокращается время на посадку и ожидание сдачи, а водитель не отвлекается на прием наличных. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.